Каждый карантин такой. Привет! Ну а перед просмотром не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Набираем под этим роликом за один день 30 тысяч лайков. И я снимаю вторую часть каждого карантина такого. Ну а теперь приятного просмотра. Каждый карантин такой. Сына, ты чего как черепаха ешь? Давай быстрее, а то школу опоздаешь. Засовывай все в рот, по дороге дожуешь. Хорошо. Срочные новости. Из-за вспышек нового и неизведанного вируса с сегодняшнего дня абсолютно все школы нашего города переведены на карантин. Что? Убедительная просьба. Сидеть дома, ничего не делать, играть в игры и просто отдыхать. Кто-то называет это апокалипсисом, а я зову просто раем для школьников. С вами был корреспондент Гречкин, не переключайтесь. Мама, ты видела? Так, и что это ты теперь думаешь? Что это серьезная отмазка, чтобы не идти в школу? Пиздец, вы видели, что на улице творится? Люди все сносят, все магазины опустошают. Ух, благо у меня с собой в носке заначка была. Еле в магазин успел. О, а я как раз на сегодня ДЗ не делал, как знал. Погоди. А чё тебя так несёт? В общем, искал я антисептик, но его как назло весь раскупили. Но я не растерялся, купил немного водочки. Мы будем ей руки дезинфицировать. Я как вижу себя, ты уже продезинфицировал. Ага, ну я так это, пару капель капнул, чисто чтоб для дезинфекции. Сына, можешь и тебе налить? Ну, можно. Я тебе сейчас когда можно? Так, сегодня прокатило. Быстро иди в свою комнату и делай домашку. Завтра точно у меня в школу пойдёшь. Каждый карантин такой. Ага. Корона что? Блин, дичь какая-то. Ну зато хоть в школу не надо. Так, первым делом напишу план, чем можно заняться, чтобы не было как на прошлых каникулах. Покушать, поспать, поиграть. Ну да, план не такой уж и грандиозный, но, как говорится, главное начать. Так, покушать. Мама, а у нас есть что-нибудь покушать? Каждый карантин такой. Сынок, так как продуктов у нас немного, а когда мы в следующий раз пойдем в магазин, я не знаю, кушать мы теперь будем не три раза в день, а один. Вот, держи. Это на сегодня, а завтра тоже что-нибудь придумаем. А это что? Ну как что? Гречка. Дефицит, между прочим, сейчас ценнее икры. Так что давай, ешь и не кривляйся. Деликатес. Спасибо. Очень вкусно. Ой, ну что ты. Правда? Ну, вообще ее не мешало бы приготовить, а так, если честно, не очень. Каждый карантин такой. Ладно, если я просто быстренько схожу в магазин, ничего же страшного не будет. Здрасте, а это, я так полагаю, в магазины сходить не смогу? Ты серьезно? Весь мир изолирован, а ты вот так просто хочешь взять и сходить в магазин? Ну, да. Так, то есть люди неделями сидят дома, везде закрыты границы, а ты вот так вот спокойно хочешь взять и выйти из дома? Ну, просто так сладенького хочется, там, колки, чипсиков каких-нибудь. Может, я быстро? Ты серьезно? Блин, а я думал, прокатит. Каждый карантин такой. Альберто, ты правда меня любишь? Ну, конечно, любимая. Это просто моя сестра. А что она делала у тебя в кровати? Это сводная сестра. Боже, с этими тупыми сериалами я тоже скоро стану тупым. Скоро? Началось. Мам, лучше бы подсказала, чем можно заняться. Ну, можешь мне помочь убраться. А хотя, знаешь, я, кажется, уже придумал. Сына, а что ты делаешь? Мам, я очень занят. Я смотрю, как режут воду 24 часа. А может, лучше поможешь мне убраться? Не, мам, тут такой момент. Я боюсь самое интересное пропустить. Давай как-нибудь потом. Ага. Каждый карантин такой. Папа, а это обязательно? Сынок, в мире дефицит туалетной бумаги, а папка у тебя не дурак. В нашей молодости вообще такой проблемы не было. Все газетами пользовались, и нормально, у всех все было хорошо. Так что давай, мне это, посильнее, чтобы мягче было. И не отвлекайся. Да. Каждый карантин такой. Ну, везде нужно искать свои плюсы. Зато в школу не надо. Светлана Ивановна?
Здрасте. Привет, Даник. Представляешь, наша школа перешла на интернет-обучение. Так удобно. Ты просто устанавливаешь себе программу на компьютер, и по ней я и буду вас учить. Сук. Ага, что ты сказал? Да, да. Я сейчас это, компьютер включу и обязательно позвоню вам. Через 15 минут у нас первый урок. Каждый карантин такой. И таким образом в этом примере у нас получается... Так, подождите минуточку, сейчас разберусь, как следующий слайд включить. Сына, а где тут у тебя флешка была? Я хочу себе музыки накачать. О, а что это у тебя эта мымра со школы в компьютере делает? Ты что, ее на видос заснял? Ага. Так вот, кто ни разу на родительское собрание не приходил. Ну, отличненько, хоть теперь познакомимся. Ой, я это, хотел сказать, Даник, это что, твоя любимая ученица по... По математике. Да, я это и имел в виду. Так, как тут отключить? Каждый карантин такой. Братан, такая скукота, может, придешь в гости? Да я все сериалы уже посмотрел. Ага, а знаешь, как от этого уже руки болят? О, супер! Как же хорошо, что ты все-таки живешь надо мной и не веришь во всю эту фигню. Да, давай, жду. Здорово. Привет. Не-не-не, давай лучше без рукопожатий. Ну ладно. Это что, антисептик? А, не-не-не, я в это все не верю. Это так, на всякий случай. Ага. Кстати, если тебе не трудно, можно метр отойти? Каждый карантин такой. Yes, я выиграл. Блин, может еще пару раундов? Не-а, как договаривались. Ладно, держи. Но следующий играем на 2 рулона. Ладно. Каждый карантин такой. Блин, с этим карантином невозможно на маникюр записаться. И кончики уже секутся. Не, с такими темпами я сама скоро не захочу на улицу выходить. Пустяк, это получается минус салон красоты, минус маникюр, минус педикюр. О, так это же за месяц можно целых 5 штук сэкономить. О, с этим карантином я еще и в плюс уйду. Каждый карантин такой. Боже, никогда не думал, что я это скажу, но мне надоело спать по 13 часов, и я присмотрел уже все сериалы. Друзья, ну вот на этом и все. Если вам понравился ролик, тогда обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И давайте так, набираем под этим роликом за один день 30 тысяч лайков. И я снимаю вторую часть каждого карантина такого. А вот рандомный комментарий из прошлого ролика. Если ты тоже хочешь попасть в следующий ролик, тогда напиши в комментарии, как ты проводишь свой карантин. Может, ты читаешь, что вряд ли, или кушаешь много, или спишь, или там в компьютер играешь. В общем, пиши, чем ты занимаешься на карантине, и ты попадешь в рандомный комментарий, как и эти ребята. Ну и на этом все. Не забывайте мыть руки. Пока-пока. Руки мыть, надо каждый день. Руки мыть, даже если мы не...